Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Все любят, чтобы махровое полотенце было мягенькое-мягенькое. Но не все знают, что есть качественные махровые полотенца, которые изначально сделаны очень качественно, и они всегда мягенькие. А есть полотенца некачественные, дешевые, и они не мягкие, можно сказать, даже неприятные. Что можно в такой ситуации посоветовать? Я могу посоветовать один маленький секретик. После того, как вы постирали полотенце махровое и хотите, чтобы оно стало более мягче и более приятным для тела, просто замочите его в соленой воде, в соленой, желательно с морской солью, но если нет, тогда каменная соль тоже подойдет. Замочите его минут на 15, потом отожмите, просто отожмите, хорошо расправьте и повесьте сушиться. Хорошо расправьте почему? Потому что я не рекомендую потом его гладить. Просто хорошо расправьте и пусть оно в таком состоянии высохнет. Тогда оно будет намного мягче и намного приятнее. Спасибо за внимание, смотрите и другие мои фишки и секреты для дома и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.